этом сезоне. Вот это номер! Что ты творишь, дорогой? Шадринцев с левой ноги, подача мягкая. Пробить, наверное, будет не очень просто с такой траекторией. А вот здесь можно забить! А это Игорь Соколов, если я не ошибаюсь. Как же попал сейчас этот парень! А по-моему, 19-й. По-моему, Илья Рубцов. Да, это не Соколов. Соколов поздравляет. 1-0 Шинник повел. Но не получилось это так довести до ума. Иван Чудин отлагать, решил по левому краю отдавать передачу. Она не прошла. Пас Бесегова направо. Удар по воротам. Какой гол! Какой гол! Добрый вечер! Добрый вечер! Смотрим, как это было. Вот он, Бесегова, подает передачу на своего партнера. И тот обводящим под дальнюю штангу. Очень технично. Очень технично в стиле Арина Робина. А может быть, не в самую девятку, да, не в самый угол, но на достаточной высоте. 2-0 в пользу Акрон. Но Черномонцы это никак не мешает. Левая бровка, они быстро атаку проводят. Наделькина перевод, отличный момент. И добивать мяч можно здесь. Удар справляется Шляков, и нужно выносить. Сложно это сделать. Удар 1-0! Шамиль Садуев! Вот такое, пожалуйста, вот такой поворот. Может, и не нужно им Константина Зырянова на скамейке. Очень спокойно Черноморец эту атаку проводит и очень спокойно доводит ее до ума. Шамиль Садуев, первый его гол в этом сезоне. Спичев, который появляется, Бабурина выкупили. То есть, прямо скажем, что по именам-то команда подобрана очень хорошая. Йорки Рейно! Вау! 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 Вот это голище! Йорки Рейно! Ничего себе! Ничего себе! Что он сделал сейчас? 1-1! Какой привет Фролкину! Какой удар за шиворот! Вау, мы это видели! И если вы это не видели, то вы совершенно зря проводите это воскресенье! А Акрону нужно все непременно выиграть. Понце! Тащи! Вынимай! Вот это номер! Андрес Понце! 5-1! Что ты творишь, дорогой? Андрес Понце. Первый мяч. Первый мяч в этом сезоне. И какой? Просто красавец. Просто красавец. Без шансов для Михаила Левашова. Абсолютно без шансов. Как бы он тут ни старался, этот мяч уже не вытащит. Присматривался, присматривался. Да как шарахнул. 5-1. Просто блистательно.